Привет из бескрайних степей Калмыкии! Степи Республики Калмыкия. Ни одного дерева практически нет. Леса нет совсем. Нет медикаментов, нету зеленки! Нигде! Ни бинтов, ни ваты! Остановились мы в ресторане «Калмыцкая кухня номер один». И сейчас, в общем, подкрепимся, потому что путь у нас не близкий. В целом, впечатления отпускные. Мама, там, да, снимаю.
последний пункт моего прибытия – это город Синтуки. И сейчас мы, конечно же, после всех наших долгих путей доставок решили подкрепить. Заказал я себе один из местных деликатесов кухни – это баранина. Вот сейчас я ее вот так вот, чтобы быстренько красануть, друзья. Ну как? Я думаю, это стоит попробовать. Так. В общем, ну, я это сейчас доживу. Сразу скажу, мне понравилось. А вы подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Или наоборот, еще комментарий сразу. Давайте. Пока.